Донецька область найбільша в Україні за кількістю закладів позбавлення волі. Їх тут 22. На підконтрольній Україні залишилося 2 чоловічих колонії, 1 жіноча і 2 слідчих ізолятора. У них утримується майже 3 тисячі в'язнів. За сепаратизм і тероризм 138, з них 4 громадяни Російської Федерації. На окупованій території утримується приблизно 9 тисяч в'язнів. Нас вивозили 2 рази. Руководство подвал СБУ для бесед. Ну, конечно, так называемого Абвера. Не успевали мы ни вывести спецконтингент, ни вывести личный состав. Потому что уже были все города практически захвачены. Дороги все были перекрыты. И нам никто не давал никакого разрешения на вывоз. Хотели для начала вывести горловские колонии сюда, хотя бы в Дзержинск, вот в Селидово. Ну, не пошли нам местные бойовики, лидер этот БЕС, так называемый Горловский, и здесь Стрелков. Были мы у них, поднимали этот вопрос, чтобы нам дали вывести осужденных. Они не дали, потому что это сказали, они останутся здесь в составе ДНР, будут обеспечены всем необходимым и так далее. Ну, скорее всего, им нужны были рабочие руки и новые члены для воинских формирований. Ну, слава богу, что многие осужденные, да практически все, не согласились. У нас 52-й колонии находилось 131 пожизненный заключенный, осужденный. Поэтому из них никто не пошел воевать. Никто? То есть они остались? Были насильные освобождения, 3 сразу осужденных, тоже нападение было, руководство взяли в заложники и освободили 3. Это заказывали те люди, которые, против которых совершались преступления, скорее всего, по такой информации. Потому что они канули, эти осужденные. Тобто вони... Никто не знает, ни в рядах их нет информации, что они находятся, то есть где они делись. Ну, скорее всего, их уже нет в живых. 8 человек еще освободили в Торезе, в 28-й колонии, которые там брали по списку, которые раньше воевали в горячих точках. Ага. Вот единственное, это 8 человек, которых там насильно освободили, и они вышли, и там были в рядах в этих. Це місто Дзержинське, це всього-навсього 8-10 кілометрів до лінії фронту. Обстріли тут лунають майже щодня уже рік. Третина населення з Дзержинська виїхала. Але як бути з тими, хто самотужки евакуюватися не може? Ми стоїмо зараз біля колонії номер 2, і тут наразі перебуває 600 в'язнів. Я не знаю, Анатолій говорить, що в отпуску. Проходіть. Ну, все одно помоги. Все здано. Командир батальона он у них был, прозвище «Батя» у него было. Скажем так, утром в 8 часов рабочий день начинался, колония была оцеплена вооруженными людьми. На подступах колонии порядка человек 40. И, скажем так, более жестко попросили передать оружие. На встречу сотрудничать с ними я не согласился. Придумали мы историю совместно с управлением, с центральным аппаратом, куда наше оружие делось. То есть было оно сказано, что мы его вывезли. Как вам обед, хлопцы? Как вас тут годуют? Лучше не спрашивайте. Что-что? Я говорю, лучше не спрашивайте. Здравствуйте. Плохо кормят. Здравствуйте. Да мы хотели бы мяса много. А вам не страшно, когда вот бахкает? Страшно, на жить-то. Ну а что поделаешь? А вы знаете, где бомбоубежище находится в колонии? Показывали, конечно, администрация. А сколько раз вам показывали? Да ну сколько? Ну раза 3-4 показывали. Разногласия между народом. Поэтому это получается. А все ответы по одному? Спасибо. А это помидорчики вкусные? Вкус, нормальный. Вкус, я вот тоже вкусный. А это рагу, да? Да. Да. С тушенкой, да. С тушенкой? Да, да. А на вкус как? Вкусно. Класс. Так,
Да, мы всю жизнь мы считались одни, все вместе, а теперь мы уже по разные стороны почему-то. А всю жизнь как мы? Много разного говорят. Поэтому я себе выбрал вот одну, которую больше всего придерживаюсь. Не поддерживаю никого. Вот. А что тут дают? А что, капуста? Образцы или осколки от тех градов, град, осветительные снаряды, которые падали в непосредственной близости от колонии. Вот эти вот осветительные вообще падали на территорию промзоны, даже у нас на периметре подбирали их. Если вы не против, то мы зайдем, пообщаемся с вами, поговорим о жизни чуть-чуть. Хорошо? Недолго. Долго вас тиранить не буду, чтобы от тенниса не отвлекать, я сказал. Окна 300. Локалки пооткрывали, ну, в принципе, мы знаем, где прятаться, бомбоубежище. А вы были в бомбоубежище поэтому? Ну, конечно, нас водили, показывали, где, что там, как прятаться, все нормально. Локалки сразу, когда начинают бахать, локалки открываются. А вы с Донецкой области большинство из вас? Конечно. То есть вы бы не хотели, чтобы вас эвакуировали куда-то подальше? Конечно. Днепропетровская, Кировоградская? А если будут обстрелы? Так это ж наш дом. Это ж наш дом. Будем ховаться в бомбоубежище. Миллионы людей же живут как-то. В Донецке же люди живут, так и мы выживем. Мы никуда не хочем ехать. Чисто здесь, да, у нас. От паники ж не уйдешь в это время. То есть тут мы, наше дело довести, как бы обеспечить доступность этих помещений. Ну а как оно уже по жизни, там же, вы же понимаете. Тут не туда побежал, да лишь бы было куда забежать, чтобы он видел. Поэтому все указатели есть, куда глаза глядят, туда и забежит. Но здесь же строем уже никто не поведет в этот момент. Начали, короче, администрация, ну, куда-то исчезать из поля зрения. Ну, в оконцовке остались только трое. Ну, а потом туда дальше вообще никого не было. Остались одни зэки, осужденные. Но вы были закрыты или вы могли уйти? Да не, могли уйти. Могли уйти там. Там хоть на танке заезжают, через те заборы. Почему вы не ушли? Ну, ждали до последнего. Потом, когда сильно началась бомбежка, тогда уже подумали, там мне надо куда-то уходить, иначе можно попасть, что не выжить. Ну и пошли. Все пошли? Ну, нет, уходили партиями. Я и шел. Нарвался сначала на национальную гвардию, или национальная гвардия погрузила машину. Ну, конечно, жестковато все было, но... А как было? Там прием жесткий. Били? Там так, чуть-чуть было. Уходили да. Даже тех, кому оставались 9-20 дней оставались. Они просто натекали, мы просто уходили. То, что смысл, он досидит этих 9 дней и пойдет без правок, без ничего, то, что их никто не даст, не работает штамп, нема электричества. Погибли какие-то да. Люди у вас? Говорят, много погибло, но лично воочию я видел троих. А остальные тоже так по слухам, что сильно много положили там поля где-то. Когда выходили? Да, когда выходили. Кто на минах подорвался, кто где. Ищли через поля. А в ЛНР не хотели идти? Я уже не знал, куда идти, честно говоря. Мне уже бы выбраться оттуда и попасть, где не стреляют. Как-то. Ну просто что на Украине есть такой какой-то закон, что я понимаю, что там не воюют заключенные, больше по закону мне не придется воевать на украинской стороне, чем на ЛНР. Но вообще я против войны и я не знаю, я вообще не политики не знаю, за что воюют и не понимаю я.
Ну, денег, вы у вас, так лучше уже амнистировать, если так разобраться. Кто-то пойдет воевать за родину, кто-то поедет к маме. О том, что а что мы с лагеря будем? Ну, тут большая часть пойдет воевать. Ну, а что? Большая часть пойдет, возьмет автомат и будет воевать, потому что что-то отстаивать, какие-то взгляды. Мы родились в Украине, мы жили в Украине. Ребята, ну, если так разобраться. А что мы тут сидим, высиживаем? За кого воевать? Ну, не знаю, за кого вы хотите. За вас. Только за вас. Если будем воевать, то только за вас. Только за вас. Здравствуйте.